Господи Боже мой, натя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читаются два Евангелия от Луки. Глава 10 стих с 1 по 15 за пятницу и дневной отрывок глава 9 стихи 49 по 56. Послушаем это рядовое евангельское зачало в прочтении отца Александра. время оно, приступи ко Иисусу един от ученик Его и речи Ему, «Наставничи, видихом некоего о имени Твоим изгонящие бесы, и возбранихом Ему, якого след не ходит с нами». И речи к Нему Иисус, «Не броните, и жебонесть на вы по вас есть». «Быть же, егда скончеваху дни и восхождению Его, и той утверди лице свое идти во Иерусалим» и по пред лицем своим, и исшедший в недоше весь Самарянску, якода уготовит ему, и не его, яко лице его бегряды его Иерусалим. Видевши же ученика его Иаков и Иоанн Реста, «Господи, хочешь ли речем, да огонь снидет с небесе, и потребит их, якоже и Илья сотвори?» Обрашься же, запрети има и рече, Невеста такой духа и ставы, Сын Бо человеческий, не приде душ человеческих погубить, и но спасти, и и доша во ину весь. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе: в то время подошел к Иисусу один из учеников Его и сказал ему: Наставник! Мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили Ему, потому что Он не ходит с нами. И Иисус сказал Ему: Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Служение Спасителя подходило к концу, и когда приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Прямой путь из Галилеи в Иерусалим лежал через Самарию. Но большинство иудеев избегало его по причине существования вековой вражды между иудеями и самарянами, которые делали все возможное, чтобы помешать паломникам, пытавшимся пройти через их землю. Желая подготовить самарян к своему прибытию, Господь послал вестников пред лицом своим, чтобы они приготовили для него и сопровождавших его апостолов помещение для ночлега или дневного отдыха. Блаженный Феофилакт поясняет – Хотя он знал, что самаряне не примут его, однако ж послал вестников, чтобы отнять у самарян всякое извинение, чтобы впоследствии они не могли сказать, что мы приняли бы его, если бы он послал кого-нибудь пред собой. Поступил он так вместе и для пользы учеников своих, а именно, чтобы они, когда увидят его на кресте в оскорблении, не соблазнились, но из настоящего случая научились, что, как теперь он, незлобиво перенес презрение от самарян и даже самим ученикам воспретил возбуждать в нем гнев на обидчиков, так и тогда терпит распятие не потому, будто бы он бессилен, но потому что долготерпелив. Но самаряне не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя неприятие Господа самарянами и будучи еще несовершенными, ученики Спасителя сказали – Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но на гневное заявление сынов Зеведеевых, желавших низвести огонь на неразумных самарян, подобно пророку Ильи, наказавшему посланных к нему от царя Ахози, это описывается в четвертой книге царств, Господь отвечает, «Не знаете, какого вы духа». Спаситель учит их тому, что его закон выше жизни Ильиной, запрещает им и отводит их от такого образа мыслей и, напротив, научает переносить обиды с кротостью. Господь собственным примером научает апостолов быть незлобивыми. Александр Павлович Лопухин пишет, на гневное заявление сынов Зеведеевых, которых сам Господь назвал «сынами грома», желавших, подобно Илии, пророку низвести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает, что они не понимают, очевидно, что, как ученики Христа, живущие уже в Новом Завете, а не в Ветхом, как Илья, они не должны прибегать к тем суровым мерам вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета. И Илья также имел в себе Духа Божия. Но тот дух был иной, иначе проявляющий себя, чем дух, под действием которого находятся ученики Христа. Христос дал апостолам власть совершать чудеса, и они, несомненно, совершали их, потому что только испытавшие силу своего слова могли так уверенно сказать, что по их слову сойдет огонь с неба. Но в этом случае братья Иаков и Иоанн забыли, что сила – это дана им для того, чтобы делать добро, а не зло, и что их учитель заповедал им прощать обидчиков, а не мстить им. И ученики его должны быть проникнуты тем же духом любви и всепрощения. Святитель Лука Крымский замечает, «Не знаете, какого вы духа? Не знаете, что дух христианский должен быть духом любви ко всем, духом единения, а не разделения между людьми, а соединить может только святая любовь». Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что сама суть христианской жизни заключается в том, чтобы, как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжать дух мирен, который поможет нам внимательно и трепетно относиться к нашим ближним, проявляя подлинную любовь и смирение. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Боже мой, на тяну попав...